Безопасность превыше всего. Об этом должен помнить каждый человек, который имеет в своем доме или квартире газовое оборудование. Чтобы не произошло страшной аварии, нужно в обязательном порядке, а именно раз в год, проводить технический осмотр газовых приборов. Именно этим и занимаются сотрудники щелковской компании «Щелкгазсервис», которые провели осмотр в одной из квартир по адресу Космодемьянская, дом 3. Информируют жильцов о предстоящем визите газовщиков представители управляющей компании. В данном случае это паритет. Сейчас проходит акция по поводу малоимущим ветеранам труда. Управляющая компания совместно с «Щелкгазсервис» меняет гибкую подводку на газовое оборудование. Выявляемые объекты, которые не соответствуют требованиям эксплуатации газового хозяйства, они являются угрозой. Они потенциально небезопасны для всего населения и, в частности, для того же самого подъезда. Так что попадание в каждую квартиру нам просто необходимо для того, чтобы обнаружить вот эти неисправности и вовремя их устранить. Сегодня получилось так, что включающее устройство на газу, перед газовым прибором было в неудовлетворительном состоянии, то есть отсутствовал предмет, ручка отключения. Значит, пришлось его заменить. Значит, также у него была устаревшая газовая подводка, которая являлась уже поставлена давно, а срок эксплуатации у нее там в этой подводке не более 5 лет. И поменяли ее. Хозяйка квартиры, в которой провели техосмотр газовых приборов, понимает всю важность мероприятия. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье не только ее собственное, но и проживающих рядом людей. Конечно, важно для моей жизни и вообще для жизни дома. Мало ли что, будет, если будет утечка, произойдет взрыв и все остальное. Напомним, что согласно российскому законодательству, все владельцы жилых помещений, как квартир, так и частных домов, которые пользуются газовыми приборами, обязаны подписать договор на их техническое обслуживание. В документе прописана ответственность собственников квартир за содержание газовых приборов в надлежащем состоянии. Это необходимо в первую очередь для предотвращения угрозы аварии и взрывов, которые связаны с утечкой газа. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.